Уже сегодня семьи, которые воспитывают двух и более детей, могут взять квартиру в ипотеку по программе господдержки. Такая субсидия действует на весь срок жизни кредита, а не на короткий период, как это было раньше. Насколько это существенное снижение? 1%. Учитывая, что ипотечный кредит предусматривается на срок до 30 лет, конечно, 1% годовых – это существенная величина в расходах на обслуживание данного кредита. Благодаря такой низкой ставке ежемесячный платеж по ипотеке у семей с детьми уменьшается почти в два раза. Сколько составляет выгода, специалисты просчитали. Первый вариант. У нас молодая семья имеет одного пока еще малыша и кредитуется по программе «Молодая семья». Вторая наша молодая семья попадает под программу субсидирования с господдержкой. Давайте определим, на сколько лет. Чтобы так. Ну, 15 лет. На 15 лет. Давайте попробуем. Попробовали и посмотрели. В первом случае ежемесячный платеж составит больше 19 тысяч рублей, во втором – 11 тысяч. Кстати, программа ипотеки с господдержкой действует при покупке жилья как на первичном рынке на стадии строительства, так и в уже построенных домах. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.